друзья мои, с вами я, Светлана Ата. Наконец-то пришло то время, когда я поделюсь с вами секретами красоты. Да, это громко сказано, прям такая я красотка, но буквально 2 часа назад позвонила моя подружка-подписчица и попросила мне поделиться, как я ухаживаю за лицом, именно показать технику массажа и рассказать подробнее, что касается этой техники. Действительно, может, я не замечала и не обращала внимания на те факты, что мое лицо немножко изменилось в лучшую сторону. 2 дня назад мы со Шкымом смотрели видео, снятое мною в 2019 году, и я посмотрела, что у меня там было столько морщин. Сейчас, может, намного уменьшились они. Может, вы не видите, может, я не вижу, очки надо одеть. Но действительно, это срабатывает, эта техника. Поэтому приступаем. С чего я начинаю? Если бы у меня был макияж, то я бы его сняла. Я сняла на ночь. Я для макияжа и вообще последнее время, наверное, уже год, пользуюсь продукцией Yves Rocher. Я очень довольна и кремами, и парфюм у меня там, дезодор. Средствами по уходу за кожей тела, за лицом, за волосами. Волосы у меня оживились с помощью этой продукции. Я бы начала с этой жидкости для снятия макияжа. Так как у меня макияж не следующее, я очень много не разбираюсь, без очков не вижу. Следующая вот такая вот есть водичка. Она по-другому называется, вы сами знаете как. И протираю кожу. Все, начиная с глаз. Раньше я как-то боялась прикоснуться к коже своего лица. И это было видно на моем лице. Сейчас я с кожей лица поступаю очень жестко, поэтому есть результаты. Следующее средство – это тоник. Тоником обрабатываю кожу лица. Такими же движениями. Сегодня день 21-е, 21 век. 21 год. Очень хороший день будет у меня, я чувствую. Так приятно. Кожа так благодарит, когда мы ее увлажняем, очищаем, тонизируем. Все, мой хороший, подбородок. Вот у меня даже сейчас, от того, что я каждый день делаю массаж, у меня вот прикасается, когда после массажа, да, прикасайтесь к телу на второй-третий день, чувствуете, да, болезненность такую, кайфовую. Вот я сейчас чувствую, вот, потому что я так усердно работаю. Я не делаю маски, как раньше делала, надо тоже их возобновить, но я сейчас именно занимаюсь вот продукцией Yves Rocher. Она не содержит химикатов. Следующий этап, нужно принять душ и хорошенько распарить кожу лица. А потом мы с вами встретимся и продолжим. Ждите, не переключайтесь. А пока я приведу себе более-менее тут все вокруг в порядок, вы посмотрите вырезки из моих видео 2019 года и сами все увидите. А затем мы продолжим. Я сегодня не сделала, макияж не сделала. Моя внучка похожа же на меня. Это моя девочка. Самая первая любимая. Громко, хмамагла, скажи громко. Как дела? Как дела? Как дела? Едем. Ланчхуты мы едем. Путешествуем по Грузии, друзья мои. Я уже пришла к вам, порядок привела себя. Волосы я смазала. 2 капельки и закрою полотенцем на какое-то время. Сейчас расскажу вам о тех маслах, я уже показывала в своих видео, но еще раз повторю, чем я пользуюсь. Это кокосовое масло, миндаль, масло миндаля, а также касторовое масло. И самое вот такое, которое я часто пользуюсь, это масло жожоба. Вы почитайте, все в гугле есть информацию о каждом. Но я у своего косметолога спросила, какими маслами делать массажи, и они порекомендовали это. Я год назад снимала видео, как я там тут научили мне массаж, и я кремом. Да, действительно, нужно делать маслами. Крем, он высыхает и не оказывает такого действия, эффекта. Так, ну что я сейчас делаю, друзья мои? Я возьму, во-первых, касторовое масло. И на бровки свои. Начнем с области глаз. Можно, в принципе, делать и им также
на все лицо, но мне косметолог, хотя я не хожу к косметологам, все сама, но на связи с ней. Насчет ботокса я тоже с ней советовалась, но так как я очень аллергична, она сказала, лучше не приходи ко мне, я тебе все расскажу, как и что делать, и ты не приходи. Но вот сейчас все закончится, я хочу какие-то пойти процедуры сделать, у нее такая аппаратура классная, и попробую. Но я еще в своей жизни не пользовалась услугами косметолога. Так, значит, капаем на пальчик. И вокруг глаз, она сказала, это очень хорошее средство. Особенно говорит, хорошо это на ночь делать, мои действия. Начинаем так. И брови закалываем. Не то, что вы слегка прикасаетесь, а такими движениями. Вот тут, где у вас собираются, прямо вот так вот. Вот ногтями неудобно немножко. Но у кого ногтей нет, вот именно такие движения делать. Вот. Кстати, надо следить, чтобы лоб не был сморщен. Вот так вот они, вот так делать можно. Вот так делать, мои девочки. Может, мальчики тоже заходят. И вот опять. Пальчиками прям так сильно. Опять брови. Видите, нахмуриваю свое это. И бровки. Еще раз. Миндальное масло пахнет маслом. Использую сегодня масло жожоба. Нужно на ладошку накапать несколько капель и растереть. До тех пор, пока у вас вы почувствуете жар в ладошках. Вот так вот растерли. Ой, горят ладошки, теперь начинаете. Ой, горячая, прямо горячие ладошки. Ой. Погладьте себя сначала, любимую, и шейку, и так, начните. Сначала смажьте всю поверхность. Теперь начинаем. Я вам сделаю несколько, все в одном, то, что я делаю. Вот смотрите, сначала вот так сделайте, потом смотрите, берете ладошку и вот опускаете свой, видите? То есть двиньте свою кожу со лба, сдвиньте, вот так, и пару секунд, посчитайте до 30, потом обратно, растерли, видите, покраснел лобик, теперь смотрите. Делаем вы эти движения. Легче всего мне сейчас, так как у меня ногти, делать эту, чтобы все сдвинулось у вас. Подвигайте свою кожу, видите? И теперь подвигались, и теперь вот так. Прямо такими жесткими движениями, не жалейте себя, чтобы закипело все у вас. Ручки согрели в ладошках. И посмотрите, какой кайф вы почувствуете. Если бы не мое полотенце, хотелось красиво же как-то к вам прийти. Вот прямо бейте. И вот так вот растирайте. Не бойтесь, растирайте. Прямо под пальцами чувствую горячее. И вот так, вот так, вот так. И вот так можно, кому трудно, пальчиками. Лобик покраснел вот эту вот складку вашу. Чтобы там закипело все, загорелось, задвигалось, процесс пошел. Теперь что делаем? Я знаю, какие-то есть специальные точки. Они находятся одна здесь. Нажмите на нее так сильно, болезненно, до боли. Вторая находится вот здесь. Третья вот здесь. Не буду умничать, не буду рассказывать. А четвертая вот здесь. Теперь все, пошел процесс. Еще раз разогрели ручки свои, горячие, пошел процесс. Не жалейте. Сначала мы начинаем так, видите? Такие движения сверху и вниз.
Расправляем. Какая красивая, когда расправляем. Представляете? Расправляем и вниз. Расправляем и вниз. Расправляем и вниз. Теперь вот так. Не жалейте. Теперь вот так. Прямо сильно. Я когда делаю, у меня аж руки болят, понимаете? Подчеркивайте свои, чтобы у вас был красивый подбородок, двойного не было. Вот так делайте. У меня поэтому лицо все болит, что я делаю это сильно. Не жалею. Не жалейте себя, потом скажете спасибо. Так, следующее. Переходим на губы. Не жалейте. Вот так возьмите их. Вот так зажмите их. Кто вот так вот делает еще? Красивые губки. Ну, короче. Так, дальше. Так, дальше. Теперь вот расправляйте свои морщины. Растирайте их, девочки. Вот тут у меня морщины были. И вот эта морщина. Прямо горит все под руку, под пальцами. Так же и здесь. Пока горит все. Нужно их растирать. Когда душ принимаешь, распарьте лицо. И оно тоже почистить прямо так. Кто-то делает геркулесом, я так, руками. Идь, идь. Прям пальчиками так. Давайте, давайте, вот эти вот места. Не бойтесь. Побейте себя. Так, и пошел процесс. Теперь смотрите. Раз, два. Сожмите губы. Следующий, вот так. Прям сильно так, все. Теперь поделаем упражнение. А-и. Вы видите, как я дурачусь? Это так надо, действительно. Вот так. Натяните мышцы, шею. Шею тоже можно делать. Иногда делаю, иногда нет. Шею, конечно, нужно. Просто в халате неудобно. Здесь, конечно, не трогайте, не прикасайтесь. Тут щитовидка. Еще раз. Прямо вот так разглаживайте, разглаживайте. Свои морщиночки, девочки мои. Мальчики. Видите? Теперь еще раз упражнение. Надо же повеситься тоже. Чтобы было в тонусе ваши мышцы лица. Придумывайте сами. Только задействуйте, чтобы все мышцы вашего лица были в движении. Так, теперь вот так вот надо. Видите, напряженная мышца. Делайте то же самое. Я знаю, наверное, специалисты скажут, вот дура появилась на ютубе. Ну вот, делаю то, что делаю. Так, следующий этап, еще раз. Разотрите самые моменты, места, которые... Теперь вот так побейте себя. Не щадите. Тонус. Теперь можно себя и пожалеть, поласкать. Зачем, да? Мочками пальцев. Побить. Теперь вот так сделайте. Раз. Два. Три. Четыре. И еще раз вокруг глаз можно. Все зависит от вашего желания. Все. Все, друзья мои, такой релакс я сама себе делаю, устраиваю. Это можно делать по вашей возможности, хотя бы два раза в неделю делайте. Я стараюсь сейчас почти каждый день, почти. Я купила вот такую сыворотку от Yves Rocher. Я вот рекламирую просто от себя, никаких денег я не зарабатываю, чтобы вы знали. Вот эта сыворотка, какой эффект у нее обалденный.
После всех этих масел, говорят, масло нельзя только держать на лице, косметолог мне сказал, и многие девочки из вас посоветовали, нужно обязательно какую-то питательную основу, не только там увлажнить кожу, смазать. Она получила, сейчас я чувствую, прямо горит у меня все. И мы в этот момент, сделаем несколько капелек вот этого эликсира сыворотки. Знаете, какой эффект обалденный? Она разглаживает еще лучше. И смотрите, все, я смазываю. Все. Вот. Ментально впитывает. Так что с длинными ногтями все можно сделать. Это не проблема, когда говорят, вот. Все, мои девочки, мальчики. Я привела себя в порядок. Наполовину. И наконец-то записала долгожданный ролик, который я вам обещала. Надеюсь, вы будете красивыми становиться рядом со мной и вместе со мной, не так ли? Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.